Анатолию Ивановичу 72. Уже в течение 5 лет он трудится уборщиком территории в микрорайоне Трехгорка. Ежедневно к 7 утра он приезжает на работу из Одинцова. Но, признается, это совсем не трудно. Ведь целый день проводишь на свежем воздухе, к тому же физическая нагрузка помогает сохранять здоровье. Да и работа нравится. Пока есть здоровье, хочется поработать, помочь детям, внукам. И сами для себя тоже хорошее подспорье. Сейчас сотрудники коммунальных служб активно готовят территорию округа к весне. Уборку начинают с центральных улиц, потом переходят в межквартальные проезды и во дворы. Особое внимание спортивным и детским игровым площадкам. Скоро начнутся их текущий ремонт и покраска. А пока территорию очищают от скопившегося за зиму мелкого мусора и убирают оставшийся снег. Сейчас в данный момент напрямую на снегобазу идет вывоз снега. Ну, осталось совсем немножко уже, то есть чуть-чуть. Основную массу мы уже все вывезли. Там, где вот тень, там плохо сходит. Ну, наледи основном. Таких больших куч уже нет. Вот где мешает проезду, уже такого тут нет. Дворы, парковочное пространство, детские и спортивные площадки тщательно прометают вручную. А уже 3 апреля на помощь коммунальщикам выйдут местные жители. С этого дня стартуют традиционные апрельские субботники. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».